Молитесь, Игнатий Ильич. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчестно согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть всякого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную, Пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшего Херувима, славнейшего истину Серафим, без исцеления Бога, Слово рожившую и сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради причистия Твоей Матери, Сына честного животворящего Христа, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй, спаси нас, яко благо сии человека любит. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчестно я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Христос воскресе! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Став после сна, преподаем к стопам Твоим благи, ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно пройдет судья, и деяния каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное этого человеколюбия и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. Не открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 85. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею перед Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою.
Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глас умоления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные приидут и поклонятся перед Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя перед собою. Но Ты, Господи, Божий, щедрый и благосердный, долготерпеливый, многомилостивый истинный. Призри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо. Да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Основание его на горах святых, Господь любит врата Сиона более всех селений Якова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающий меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут, такой-то родился там. О Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там. И поющие, и играющие все источники мои в Тебе. Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы, между мертвыми, брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринутые. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратителем для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя, истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познаю чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истоеваюсь юности, несу ужасы Твои, изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна я посреди ночи,
Приношу тебе песни, спаси, припадая к стопам твоим, взываю к тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся, скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к тебе, и по милосердию твоему принимаю за угодные тебе дела. Я молюсь тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения, и спаси меня, и веди в царство твое вечное. Ибо ты мой Творец и Источник, и Податель всякого блага, на тебя вся моя надежда. И я возношу тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Содержитель Божий сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости на прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нас с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здесь, неземной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придет со славы воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразима радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир. И Тебя воспевают все творение в веки вечные. Аминь. 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 Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить мне себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастно опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. 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 Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб, и избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. 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 Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Галина, Ольга, Анатолий, Виталий, Екатерина, Игнатий, Марина, Надежда, Олег, Роман, Сергий, Татьяна, ибо мы усердно к вам прибегаем, как к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся,
Благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты между жен, и благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силой креста твоего церковь твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, Игнатия, батюшку Иоаким, маму мою, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан, подай им твои земные небесные блага, не лиши им милости твоих, посети их, укрепи, силою твою даруй им здравие и спасение души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, и прости им все их грехи вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя, направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех в трудах, избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и творящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума и благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые им предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним, на свое спасение. Потому что Ты – источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 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 Продолжайте, Игнатий. Спаси, Господи, помилуй духовных родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диомида, Тихона, Антония, священнария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Олега, Андрея, Максима, Владимира, и Глебу не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона и весь священнический иноческий чин и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дающим священника, если угодно тебе. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. И сохрани их от покушения на них, и умудри издавать добрые законы, дабы достойно могли люди жить, имея из чего уделить нуждающимся. Сни сердце Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Эмана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет.
и научи нас, Господи, ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи Боже наш, за сию прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все таланты, дарованные Тобою. Для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в сей день сохрани нас от всякого рода зла и греха. И защити нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там Андрея, Игоря, Серафима, Владимира, дай веру. Благослови Людмилу. Любовь Владимира, Алексея, Иосифа. Прищи добрые жители с детьми, любящими уставы Твои, имеющим страх Твой. И школу сохрани. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину. И расширь ты дело общее, найди новые души. Аллилуйя! Спаси, Господи, и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Екатерину, Галину, Александра, Сергея. Самире дай добрую веру, дабы не верила лжепророчеству. Возри на угрозы врагов, на их поношение и злодейство. Я разрушу их замыслы, творимые против нас. И в судный день не помяни им их безумие. Максима, Александра, Евгения и Виктора, Сергея. Благослови благодетелей наших, воздай им добром всей жизни и будущее. Елену, Людмилу, Неонилу. Евгения, Наталья, обрати. Юрия, Надежду. Всех помогающих нам благослови. Посети, Господи, болящих. Дай силу, крепость перенести страдания и не возроптать. И пошли на исцеление Твое, Илларион, Кирилла, Валерия, Игоря, Константина, Татьяну, благослови, Валентину, Анну, Марию, Александру, Надежду. Слава Тебе, Боже наш, Алексея, благослови и помилуй. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо по Твоему благоволению все может оказаться на пользу в свое время. Аллилуйя! От пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И надеюсь, все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И Романа избавь от духа лжи, найди его, возврати их в истинное положение церкви. Господи, помилуй его. Благослови Никиту, где есть Виталию, и всем даруй духовное рождение свыше. И желание трудиться ради имени Твоего. Аллилуйя! Отступников Николая, Михаила, Александра, Юлию, найди и обрати. Путешествующих Раису, Льва, Виктора, Лидию, Жастаса и Стива, найди и обрати. Это наше сокровище в интернете. И книги здесь, и в пути сохрани. И воздай добром тем, кто позволяет нам трудиться на этом поприще. Игоря, Юлию, благослови, Дмитрия, Виктора, Сергея, Андрея, Вячеслава, Виталия. Скоро. И обрати Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона и Алексея, блуждающего. Это обольщение, и тьму с его очей сотри. Не дай ему погибнуть в этой игре в христианство. Аллилуйя!
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя! И вечности воздай добром тем, кто трудился с моей душою, Марии, Степана, Александра, Михаила и Анну, благослови их и вечности, и помогавших нам. Владимир. Только Ты, Господи, знаешь все тайны. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, не оставь нас, покроем опором в любви от нечестивых людей. Ты благословил наше житие здесь, благослови и выход. И сохрани помогающих Андрея, Сергея, Виктора благослови. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покини в смертный час, когда душа будет возвращаться от тела, и душу мою проведи по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание, одежды, быть благочестивым и довольным, и каждому даруй жилье, Сергею Гавриилу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога, она да укрепит Господь народ свой, дабы не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога, нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Езра, Ниемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего, нашего отшествия, не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарите Бога нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Дарует Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную. Свидетельство Тебе, аллилуйя. Видите Бога, она, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Сминский, Усин, философ, Космай, Дальян, Андрей, Стратилат и Ерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Арфимий, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Видите Бога, она, укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя. Антиму, Вениамину, дай веру, Саше, родителям, такое ложное воспитание. Молите Бога нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания.
Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысел еретиков отвергни, растащи и развей, в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Феопа, первомущенца, Патина, Самарянина, Февронии, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам послушание и молчание, целомудрие и стыдливости. И сохрани, Господи, всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Надежды Светланы, Марии Руси, Людмила, Иоанна. Воздай, Господи, милостями всем, кто помогал нам в путешествии. Павла, Зинаиду, Владимира, Людмилу, Надежду, Дмитрия, Сергея, благослови. Хвала тебе. Аллилуйя. Прими, Господи, нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное пред престолом благодати Твоей. И соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Твоих и пролитой крови, услыши нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и уста их наполни благодарением и славословием. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Говори, Господи. Доброе утро. Я еще раз хотел напомнить, кто доброе утро не был вчера. На этом завтра закончим последний раз и занятие, и молитву. Каждый самостоятельно разъезжается кто куда, потому что считает послесловие, а послесловие мне нужно, я его выставляю. Ну, во всех отношениях, расстаться. И за лето, кто пожелает где-то, попытайтесь образовать группы, чаты, как называют их. Вот то, что у нас есть, опыт уже есть, не сидите на месте. Потрудитесь. Вот завтра, если Господь благословит Сергей, нужно помочь нам погрузиться. Ну, хотя бы в пол седьмого прийти. Ну, минут 20 даже может. Я Андрею звонил, он готов, радостный такой. И вчера, как Господь, ну, все-таки все, как Господь устроил, получил я продукты разные, и Сергей приехал, и вдруг, вот чудо какое, стою и думаю, а разгружать некому. А у меня после операции на позвоночнике ничего нельзя поднимать-то, там вырезано, да еще две грыжи. Тогда заклинивает, и я не могу встать даже, ходить.
И вдруг Надежда Васильевна приезжает и привозит ее новый знакомый Андрей. Фамилию-то даже не знаю. Рослый, крепкий мужчина. Я спрашиваю, ты приехала-то, взяла его, как что-то знала? Нет, он меня привез. А он что, я нужен? Конечно, нужен. Мешки где-то прогрызены, продраные. Надо зашивать, вдернуть иголку в нитку, не вижу. Он это все начал делать. И тут приезжает машина, один раз, другой мы разгружаем. Мука, макароны, масло растительное, кажется, даже сахар, соль. Ну, все как есть. Молитесь, кто знает, не знает, даже Елена, она много лет помогает нам. И ничем не могу вас дать. Я говорю, хотя бы приехали отдохнуть, у нас это бесплатно, там можно. Но никто не едет. И каждый раз думаю, ну все, больше никак. А как познакомились с таким человеком? А у Бога все вымерено. Я любил бабушек, говорил. И сошел на берег с корабля, и в кино иду, и бабушка идет. Они какие-то бабушки, все такие забитые. Я подскочил, здоровый, 23 года, силы. Я подхватил сумки у нее в руки и дорогой сразу заговорил, а есть ли место, где молиться? И вот откуда все началось. На этом Господь поймал. А здесь такое, я люблю голубей. И мне помогает директор ликероводочного комбината Пальталер Роберт Робертович. Я сижу в приемной там, а у него не меньше, наверное, 100 грамот. Что где-то они на конкурсах выигрывают. И, ну, то есть, кто больше отравит людей? Вино, водка, спирт. А он мне спирту давал каждый год, там, пол-литру. Бывает, мазать надо детей. И разные какие-то, бывает, тара. И в это время я к нему захожу, когда... А у него сидит рядом человек и разговаривает между собой. Видимо, оба голубятники. Я не знал этого. И один говорит, достал, говорит, редкая порода, кубанские. И улетел голубь, говорит. Я думал, он уже привык к новому месту. Он улетел, и его нету. Хороший голубь, он такой, прямо круто коричневый. А у меня только прилетел дня два назад ко мне, в мою голубятню, такой голубь, как он описывает. Ну, я встрял в разговор. Я не знаю, что это его звать Владимир, и он предприниматель, и у него знакомые большие. Я ничего не знаю. Просто я сказал, говорю, а у меня такой голубь прилепил. Да что вы, а можно посмотреть? Ну, посмотреть-то можно, но я же не отдам. Он мне самому такой нужен. А если это мой, тут голубка осталась. Ну, ух, если разведенный уже, да поймали его, платить элементы надо, отдам. И он тоже со мной поехал, там дали еще. И он говорит, мой. Мой, вон колечко там на нем какое там, номер, все мой сходится, мой. Ну, бери. Так я не просто возьму, я вам породистых дам. Да он мне приехал, а сыновья, он сам такой рослый, не пузатый, ничего, ну, мужик настоящий. И дети такие же, вот надо. А он потом стал директором тракторного завода, восстанавливать из праха. Не знаю, в Рубцовске, кажется. И он взял голуби. И тут же они днем приехали, мне голубей 6 привезли. Лохмоногие такие, там, бойные. Ну, шикарно. Проходит дня 3, этот голубь коричневый ко мне прилетает обратно. А он-то уже у меня тут женился, этот голубок-то. И он как в гнездо-то залетел. И он целует ее клювом-то. А она склонила голову, голубка-то. А он-то... И, ну, на шаг не расставить, смотреть нельзя просто спокойно. Это же надо такое, птица-то. Маленько погодя он является. К тебе не прилетал мой голубь? Прилетал. Ну, тяжело смотреть. Я говорю, как же так это? Ну, так вернешь мне? Да куда делать? Деваться, ты уже мне уже задаток-то дали. Я отдал этого голубя. Ну, не знаю, неделя прошла или нет, но я ему сказал, Владимир Иванович. Он, кажется, Косоротов или как-то так вот. Вот. Если еще не удержишь, упустишь, я не отдам его. Ну, ты посмотри, как они любят друг друга. Ну, такую семью разлучать. А значит, твоя, которая голубка там... Да нет, он ко всем сватался, никто за него не выходит вроде. Так у него своя есть. Ну, вот такой Дон Жуан. Ну, и правда, сколько-то времени пришло, он вернулся.
Но Владимир Иванович, а потом у нас был здесь на собрании, обедали проректор технического университета был Семкин Борис Васильевич. И он меня познакомил вот с этой Еленой. А она директор большого предприятия, мощнейшего. И он ей наговорил, что он там про меня наговорил, она до того расположенная, да такая сама из себя видная. Ну, я подарил книги там секретарю, и все расположились. И вот с тех пор, ну, она помогает еще, а у меня трехтомник, вот этот трехтомник 3000, для меня это запредельно большая цена. Но я тут взял 5 или 7 комплектов и всех работников там одарил. Это уже лет 6 назад было. Я к слову сказать, теперь больше дарить-то нечего. Она опять помогает. У меня надежды никакой нынче не было. Ну сколько же может? А помогает не просто так, волосы мажет. Я написал там что, а у них этого нету. Ну что мне требуется? Мука. Ну там первый сорт, высший сорт. Ну какая есть? Высший сорт дают. И вот сахар. Ну откуда у них сахар-то? Сахара нету. Они разгружать приехали. 4 фляги. Фляги все запломбированы. Я говорю, а что это такое? А я не знаю, говорят, вроде мед. По 48 литров фляга. Да зачем? Так это вам. Как, мне? А почему? Мне сказали, говорит, сахару нет, они решили не купить. Купить? Самих-то пасек нет. Купила она меду 4 фляги. И прислала. Это вообразить даже нельзя. Я и кто? Кум, брат, сват. Ну и мед-то хороший. Гречишный. У меня никогда такого не было. Тут даже стали сомневаться, и говорит, он это патокой налили. Нет, я знатному пчеловоду, когда налил, говорит, нет, это ранний, самый первый взяток с гречихи, коричневый такой. И вот он меня познакомил с этой Еленой, и она помогает. И при этом встречи нету сейчас, только по интернету, не допускают. Вот какие порядки пошли. А я сейчас думаю, и думаю, как ее отблагодарить. Вот никак не могу. Тот человек, через которого я мог к ней подойти, он внезапно погиб. Тоже предпринимательша, ввез ее племянник и из-за поезда вынырнул и не посмотрел, и погиб. Всегда помогала. Вот я попутно вам говорю, как у Бога все задействовано. Моя любовь к бабушкам привела меня к Евангелию. Любовь к голубям привела меня к спонсору, как говорят, к благодетелю. Елена. Редкий человек. Просто редкий. Вот. У них что-то тут было разрушение. Пришел я один раз, а там никого и нету. А они в другом месте. Сергей все знает, я уж не называю. Вот Елена. Чтобы Господь дал ей и этой жизни, и будущее. Вот поэтому мы уезжаем сейчас. У нас все есть. Все. Столько все, что вчера у меня стоял вопрос, кому отдать то, что осталось. Я все время себе берегу остаток. Потому что наши люди питаются, тут 4 детей без матери остались, это все на нас. Ну и помогать-то надо. И тут знакомые через них с Украины приехали, беженцы. Ну помогать это, помогать-то же ни копейку. Вот вчера я отдал чуть ли не на 200 килограмм муки, крупы. Ну разбили пшенки, растительное масло, там все. Вот, то есть делимся с теми, которые ничего не имеют того, что мы имеем. Ну, я всем говорю, молитесь за Елену. А им зачем знать, кто она? Вот как Бог делает. И вчера помощника дал внезапно, совершенно неожиданного. Помогать, мешки разгружать по 50 килограмм. Ну, Сергей Павлович знает как. И вдруг этот здоровый, крепкий, мешки-то таскает, а потом у вас тут ездит турник. Вот это да. Ну, когда ушли, у нас есть турник. Прям внутри, возле трапезной, это он высокий. А мне нельзя на турнике, это нигде, я все время с турником был. После того, как вырезали у меня там позвоночники, прокладки, там, которые грыжи. И поэтому у меня сразу расходятся все. А он вчера зашел, давай подтягиваться. Вот я похвалился перед вами ту милость, которую Бог оказал нам. Вот в последний день, сегодня. У меня забота. Сергей Павлович, не забудь завтра приехать. Потому что кто-то придет, но одному ничего не сделать. Вот так. Вопросы ко мне. Как-то все это сдружились уже. Ну, ничего нету, да?
все знаете. Научили вас милостью Божию. Вот просьба, вот приготовьтесь к этому. Молитву общую тоже прекратите. Послушайтесь меня. До 11 октября. До 11. Вот теперь вы посмотрите, на что вы способны. Заводите дружбу, говорите. А кто-то увлечется, все, кто уйдет, ну тут уж руки не подставишь. Значит, минус нам. Не смогли убедить. Ничего истине православия нет. Вот сейчас Папа Римский там, Отче наш, изменить решил. Я посмотрел, ну, изменения какие? Считает, не веди нас в искушение. Как будто Бог вводит в искушение, а там не допусти, чтобы нам впасть в искушение. Ну, это не изменение, перевод другой. Папа-то не изменил тут ничего. Но и наш-то перевод-то не надо убирать. Ну, папа что, малограмотный? Я ничего не понял. Искушения двух родов бывают-то. Ну, как вот Франциск, неужели он этого не знает? Франческо, как по-итальянски. Двух. Все искушения бывают от дьявола, от заботы. И только два вида искушения от Бога. Это болезни и война. Гонение. Почему? Так от меня это не зависит, война, гонение. Никак. Это Господь допускает войну. Значит, Он вводит в искушение проверить нас. Он что, забыл про это, что ли? Это и у блаженного Феофилакта написано, у Златоуста. Ну, вот так. Ну, бывает так, на неведении народа. Не веди в искушение, это как раз говорится об этом. Да и во все искушения ввести, то есть Господь допускает. И допускает. А как? Ну так, иди к фараону, а я ожесточу сердце его. Да как так? Он бы хотел фараона отпустить, да. Ну как написано, я считаю это. И поэтому до конца проникнуть в глубину Божьих слов нам не дано на земле. Мы только отчасти. Кого люблю, того наказываю. Видите, по-людски человечество любит, так гладить надо. Ну вот все. Продолжайте дальше. Я по скайпу не буду выходить до 10 октября. У кого есть нужда, сегодня же выходите на меня после этой беседы. Продолжаем чтение книги «К истинному православию» Игнатия Тихоновича Лапкина. Иного пути для спасения нет, когда нет общины, а храм превращен в проходной двор, в улицу, когда священник совершенно не знает, кто, откуда, какой к ним пришел. По канонам же Святой Вселенской Православной Церкви, даже в одном городе из одной церкви, храма, общины, от своего духовного отца никто не может, не вправе переходить по собственному желанию в другую церковь, в другой приход, общину. Иначе мог бы любой гордый, непокоривый, отлученный, запрещенный, согрешивший уходить произвольно к батюшке любвисту, к более снисходительному, к грехам, экономисту. Так существующая Московская Патриархия с ее полным обмерщением, развратом умов и искажением слова «потючего» – это параллельная в кавычках церковь, структура под видом православия, где все дозволяется, втягивает в себя улицу, дает шанс, то есть обольщение, что и без исполнения правил вселенских и поместных соборов можно спастись. Без эпитемии, допускающей до причастия, священник гибнет сам и губит того, кого допускает, говорит святой Иоанн Златоуст. Если сегодня по великому милосердию Божию Господь сотворит чудо, воздаст настоящую православную живую общину, где по канонам церкви накладывается за согрешение многолетней эпитемии, где строго соблюдаются все каноны, правила соборов и святых отцов,
Там отлученные за грех имеют шанс исправиться и быть принятыми вновь в эту церковь. Но когда рядом есть параллельная структура, похожая по виду православной церкви, и где также обещается возможность получения спасения, Царства Небесного, но без труда, без послушания канонам, то для слабых эта модель представляет смертельный соблазн. Они скатываются туда, как в клоаку, смешавшись с безбожным, суеверным миром. Не будь этой похожей по форме служения параллельной структуры МП, согрешившему ничего не оставалось бы, как или смириться, исправиться, или открыто признать себя падшим, ушедшим в мир, потерявшим страх Божий, веру. Теперь же такой презритель канонов церкви, молившийся с еретиками, католиками, легко сваливается в широко открытые двери храмов Московской Патриархии, в яму, но продолжает считать себя верующим, что у него все хорошо, все в порядке, там его батюшка принял, причастил, все, выхода нет. И по смерти обрящут лишь смерть, после пищеварительного процесса спокойно сходя в могилу. Поэтому сегодня нет ничего страшнее, как антихристианская вседозволенность в храмах православных. И слова «Я перехожу в Московскую Патриархию» имеют только один сакральный смысл, непроизносимый вслух. Мы заключили союз со смертью и с преисподней. Сделали договор, ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Пророк Исаия 28:15-20. Продолжаем чтение книги «К истинному православию» Игнатия Тихоновича Лапкина. Памятная записка Синоду Русской Православной Церкви за границей. Рассуждения, размышления о проблемах Церкви, о приходах на территории России, если Господь благословит миром хотя бы в сегодняшнем виде, в перспективе на ближайшие 7-10 лет. После решения Синода откликнуться на вопли русских на родине открывать приходы РПЦЗ прошло совсем незначительное время. Количество приходов увеличивается и четко обозначились вопросы, которые необходимо немедленно разрешать, дабы уже допущенные ошибки, упущения, промедления не усугубить в худшую сторону. Высказываемые ниже мысли не только лично мои, но это же слышно и в России от священников и мирян. Первое. Руководство в России должно приблизиться к решению собора 1917-18 годов. Число епископов только в России – довести в самое короткое время как минимум до 30. Теоретически в дальнейшем при благоприятном ходе развития дел Синод перенести на территорию России. В принципе уже сейчас проработать возможность этого вплоть до восстановления своей патриаршей кафедры, ибо Московская патриархия почти доказала уже в послепутчевский период, что она перешла ту невидимую черту, за которой им не надо раскаяться во лжи, в сотрудничестве со злейшими врагами Христа и Церкви,
правила святого Григория Неокосырийского 2, 3, 8 и 20. Вполне допустимо, что часть архиереев и других лиц духовного звания высокого положения есть совершенно неверующие люди, засланные органами КПСС и КГБ. Второе. Прием из Московской Патриархии в лоно Русской Православной Церкви за границей, как мы и говорили несколько лет тому назад, прошел именно так. Не только не лучшие кадры, но нетерпимые даже в Московской Патриархии устремляются в зарубежную церковь на ловлю счастья чинов. Один. Только лишь один скрытый неверующий сергианец, невозрожденный пастырь, легко развратит целый приход и поведет яростную борьбу, агитацию против искреннего, глубоко верующего священника. Дискредитация обнаружения волка болезненна и трагична. Необходимо ввести институт карантина и оглашение для желающих получить место служителя, будь то семинарист или уже рукоположенный ранее. Предлагаю простой, дешевый и вполне приемлемый и надежный способ проверки. Из России присылать им наш адрес. Алтайский край, Мамонтовский район, поселок Потеряевка. Отцу Иоакиму Лапкину, предлагать им приехать в гости, на работу, на служение на срок от 1 до 3 месяцев. Подавляющее большинство покажет себя, раскроется, кто же он есть. Прошу не счесть это предложение за легкомысленную шутку, но труд и молитва ежедневные, и беседы, и совместное житие – те самые орудия – это лакмусовая бумажка, которые всегда точно срабатывали у святых подвижников в житиях святых. У нас там начато строительство христианского поселения и храма. Третье. Эмиграция сохранила чистоту веры, не допустив в свою среду чужих, так говорят. Окончилось вавилонское пленение – книга пророка Даниила, 10 глава. Иоанн Златоуст, 2 том, 524 страница, 12 том, страница 1266. Окончились 73 года от убийства священномученика императора Николая до путча и свержения Коммунистической партии Советского Союза в августе 1991 года. По смыслу пророчества, эмиграция или часть ее возвращается на родину. Тогда каждый, как преследуемое сердце, и как поникнутые, и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Пророк Исаия 13:14. Книга Руф, 1 глава, Неемия, 1 книга Ездры. Центр тяжести, сила склоняется к России, где и должно быть руководство с сохранением зарубежной части. Несмотря ни на богатые и многочисленные храмы в зарубежье, ни на отличные хоры, евангелизация коренного населения нигде так и не началась и не упустила глубокого корня в местном населении. У нас же на родине в России есть весомые предпосылки, что это уже началось. Так как патриаршие, ставленники, архиереи по канонам Христовой Церкви в подавляющем большинстве должны быть запрещены со снятием сана, а они этого, похоже, и не собираются делать, то выход только в евангелизации России – в открытии приходов и епархии, в восстановлении истинного патриаршества, монастырей, семинарий под руководством не осквернившихся с князьями мира. Иакова 4:4. Всякое избрание во епископа или пресвитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет
недействительно по правилу, которое говорит: если который епископ мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все собирающиеся с ним. Седьмой Вселенский собор, правило третье. Так, еще раз. Остающиеся в эмиграции должны приложить все силы, чтобы создать равномерность, делиться телесным с теми, кто все полагал на духовное. Цитата. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. Книга Деяний, 11 глава, 29 стих и 24 глава, 17 стихи. И еще. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Галатам 2:10. Еще. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Римлянам 15:25, 1 Коринфянам 16:1, 2 Коринфянам 8 и 9, 8 и 9 главы. 4. Создать независимый фонд под руководством тех, кто всей своей жизнью, жертвенностью доказали не сребролюбие, бескорыстие, нищелюбие, любовь к Богу, людям, к России. Дать ряд массовых доступных публикаций на эту тему, провести сбор средств на создание христианских поселений, соделав часть из них частично монастырями. Все это необходимо уже сегодня заложить в проект будущего возрождения России, подчиняя все единой цели, призыв к покаянию, принятию Христа. Для чего необходимо установить два абсолютно недосягаемых иными вещами авторитета в сознании всех людей, священства и мирян. Авторитет Христа и авторитет Библии. Чтобы каждый епископ, пресвитер, имеющий дыхание, мог сказать словами святого Иеронима Стридонского, цитата: «Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне». И как заповедал святой Иоанн Златоуст, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Пророк Иеремия, 2 глава, 13 стих, притча 36, Евангелие от Иоанна 5:39, 1 Тимофею 4:16, Иисус Навин 1:8, Евангелие от Матфея 22:29,
Шестой Вселенский собор, 19-е правило. Пятое. Создать несколько книжных издательств и в глубине Сибири, и не только в центральных городах. Массовый тираж брошюр и книги, как «Горькие плоды сладкого плена» Зои Крахмальниковой, «В объятиях семиглавого змея», «Перед судом Божьим» и труды отца Льва Лебедева и отца Георгия Эдельштейна, а главное – Новый Завет и молитвослов. Только в подлинном смысле всеобщая проповедь, евангелизация, открытие правды затормозит отравление душ и сердец ложью атеизма и сотрудничавших с палачами. Шестое. Создание мужского и женского монастыря, хотя бы пока по одному. Часть женатых священников и мирян могли бы, согласны для пользы церкви, по взаимному согласию разойтись и принять монашество. Новые и наиболее ревностные кандидатуры на пост епископов. Необходимо обязательно рассматривать, каков послужной список этих кандидатур в доперестроечное, в допутчевское время. Получали ли они удары, раны, и тем паче ставшие исповедниками за веру в распятого и воскресшего. Если были какие награды, грамоты, то за что, от кого? Святые отцы все тщательно учитывали, как было во времена святого Киприана Карфагенского, когда за отпавших могли ходатайствовать исповедники, и слово их имело вес, часто наравне и даже иногда выше свидетельского. Тем более опыт страданий давал видеть искренно или притворно просят единения падшие. Это необходимо ныне восстановить в отношении приходящих из Московской Патриархии. Седьмое. Сохранить нераскрытой часть катакомбной церкви, дав им еще несколько тайных епископов, не менее трех, кто весьма неохотно и ныне легализуется. У них свой опыт конспирации молитвенного подвига, архиепископ Лазарь. Тайную типографию пока никак не выявлять. Ранее озаботиться о положении церкви в грядущее, еще более жестокое и, вероятно, всемирное гонение на голубицу, невесту Христа, кадры, антиминцы. Восьмое. Исключительно важно именно ныне, буквально сегодня, покаяться в небрежном обращении с книгой правил, ни под какими человеческими вывесками и отговорками не оправдывать свое проклятое небрежение. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Пророк Иеремия 48:10. И шестой Вселенский собор, правило 1, 2, 4, 15, 19. И седьмой Вселенский собор, правило 1. Вести везде полную катехизацию и крестить только по уставу. Апостольское правило 50, 6 Вселенский собор, правило 84. Крестить по уставу с полным троекратным погружением в воду. Другого, более благоприятного момента освободиться от прелюбодейного семени может просто не представиться. Смотри, первая Ездра и книга Неемии пророк. Как там, когда отступили все иноземные, как там, когда отпустили все иноземных жен? Книга правил должна стать такой же доступной, как и Новый Завет. Ввести в обязанность пастырям говорить о правилах соборов, как о евангельских чтениях.
Всемерно оберегать молодое поколение от разлагающего влияния мира, телевидения, радио, порнографии, табакокурения, карт и подобного. Скаутские лагеря в этом отношении заразительный, отрицательный пример бездуховности и вседозволенности. Не нарушать посты церкви. Целомудрие и стыдливость призвать из сундуков староверческих и единоверческих. Тщательно разузнавать, у кого какой талант, и развивать его, не щадя ничего для юности, посвящая ее всю Христу, готовить проповедников истины, будущих пастырей и миссионеров, создавать христианские, православные, трудовые, неигровые станы лагеря. 10 августа 1992 год. Синод. Закончим на сегодня чтение. Давайте с Богом.